Thank you, Senator Sena Charles John. Can everyone hear me? If you can hear me, please raise your hands. His Holiness is speaking to the Shudras who are listening over Zoom. Do you hear me? Okay. Будхарме и Высшем Собрании, вплоть до пробуждения я принимаю прибежище. Пусть силы заслуг от совершенных мною даяний и прочего на благо всех живых существ я стану Буддой. Будхарме и Высшем Собрании, вплоть до пробуждения я принимаю прибежище. Пусть силы заслуг от совершенных мною даяний и прочего на благо всех живых существ я стану Буддой. Какой бы небольшой добродетель я не накопил посредством простирания, подношения, раскаяния, сорадования, обращения с просьбой и мольбой, все это посвящаю просветлению всех живых существ. Какой бы небольшой добродетель я не накопил посредством простирания, подношения, раскаяния, сорадования, обращения с просьбой и мольбой, все это посвящаю просветлению всех живых существ. Today,
Сегодня я хотел бы, прежде всего, поприветствовать всех вас. Наступает первый день Нового года по западному календарю, наступает 2021 год. And so in this current year, we've had many difficult situations in particular, there has been the COVID-19 epidemic. And everyone has had great difficulties this year. They've all fallen into a situation of great difficulty. Многие пережили великие трудности. And many of our friends and acquaintances have passed away. Ушли из жизни наши друзья, наши близкие. Кто-то потерял работу, кто-то потерял деньги. Но несмотря на это, нужно сказать, что все явления непостоянны, и поэтому все находится в изменениях, все меняется. Мы никогда не можем оставаться всегда в одной и той же ситуации. Поэтому мы можем надеяться на то, что в следующем году все будет лучше. И причины, почему в следующем году все может улучшиться. And so for this reason, I think that in this new year, причины такие есть, именно поэтому мы отмечаем Новый год. I'd like to wish all of my friends, all my Dharma friends and acquaintance, I'd like to wish all of you, offer you, поздравить всех вас, моих друзей, моих друзей в Дхарме, с Новым годом. Особенно я хочу поздравить членов Сангхи, Кенпо, учителей, Кагью Шедры. Я очень надеюсь, что все вы будете счастливыми и здоровыми в будущем году, и что вы сможете практиковать слушание, размышления и медитацию в Новом году. Теперь же хочу сказать следующее. На протяжении предыдущих нескольких дней я давала вам короткое введение в жизнь Гампопы, потому что тема нынешних учений — это четыре дхармы Гампопы. У нас очень короткое время. The author of these four dharmas of Gampopa that are the topic of this teaching. Посвящаем этой теме. И поэтому у меня нет такой уверенности, чтобы говорить, я расскажу вам смысл этих четырех дхарм полностью. У меня нет долгого времени, а также нет уверенности, нет знаний. Жизнь Гампопы отличается от жизни его учителя Миларепы. Мы не всегда читаем жизни и описания Гампопы. The life stories or the biographies of Gampopa are different than those of his teacher Milarepa. И, конечно, у нас очень мало времени на то, чтобы изучить его историю. И мы довольно редко посвящаем время изучению его истории, жизни, его жизнеописания. Только если люди занимаются исследовательской работой, или они проявляют большой интерес к жизнеописаниям, они знакомятся с ними более подробно. Довольно мало людей по собственной воле читают жизнеописания Гампопы. Если мы возьмем для рассмотрения Марпу, Миларепу и Гампопу, то мы можем найти по 10 различных биографий каждого из них. Поэтому в самом начале даже трудно выбрать, какую именно биографию нам нужно прочитать. For each of them, there are at least 10 different biographies of each of them. And so in the very beginning, it's difficult to even know which one we should choose to read. Они похожи на списки. А та биография, которую я говорю, это биография достаточно подробная. Там очень красиво написанная история жизни. Это такая биография, которая трогает сердца людей, которые живут своей жизнью. Практически каждый человек в Тибете, который умеет читать,
наверняка читал жизнеописание Милара Прабху в этом его изложении. Однако нет таких известнейших биографий Гампопа, о которых бы все говорили. Это одна из причин, почему, когда я преподавал вам биографию Гампопы, я сначала прочитал очень много разных биографий Гампопы и постарался взять различные части разных биографий Гампопы и свести их воедино. И как я учил, я немного всего в стюе и как-то смешал их вместе. Я, конечно, не утверждаю, что мое изложение отличается какими-то особенными качествами, что все очень хорошо вышло. Я бы так не сказал, но... Однако я пишу сейчас комментарий к драгоценному украшению «Пути к освобождению». И я подумал, что, поскольку я занимаюсь этой работой, хорошо было бы, если бы я составил биографию Гампопа. Это как некий побочный продукт в моей работе. Как я уже говорил вам вчера, все мы практикуем дхарму. И мы должны обратить внимание на жизнеописание великих наставников, потому что это не просто какие-то дополнительные истории. Это настоящие учебники, это то, что дает нам наставничество, указывает нам направление. Это направление в нашей жизни. Они показывают нам пример. Поэтому очень важно слушать биографии учителей, размышлять о них глубоко, а также притворять то, что мы там прочитываем, на практике, потому что это для нас прекрасный пример для подражания. Начиная с сегодняшнего дня, я перейду к изложению, собственно, на тему нашего учения четырех дхарм Гампопы. So now, from today, I will actually человек, speak about the four dharmas of Gampopa themselves. Эти четыре дхармы Гампопы. So there's this. Был сам Гампопа. The person who put them all together in the four dharmas all together. Этого учения она относится не к какой-то определенной школе или какой-то определенной линии преемственности. Есть, конечно, ключевые инструкции, которые касаются определенных этапов пути, то, что мы находим в сутрах и в тантрах. Говорим сегодня, касается не только возьмем ли мы сытки, принципы, лупинцев и так далее, то они очень высоко, все учителя всех этих традиций довольно высоко отзывались в четырех дхармах Гампопы. Они считали это очень важным изложением. Я хотел бы привести несколько примеров этого. And so we can see that this is the situation with them. So to just give some examples of this. Санам Сенгиев, сакипинский учитель. Examples. Он написал комментарий к расставанию. There's a great scholar of Sutra Tantra Sankhya tradition. И там он писал. Коранба Санам Сенге. And he wrote in his instructions on the parting from the four attachments. And the title of this is called A Key to the Points of the Profound Meaning. Был всего-навсего 4 лет от роду. When the guru in great Sakya Kunga Nimbo was the age of 12, he practiced on Manjushri and saw him in person at 6 months. Protector Manjushri said to him, if you cling to this life, you're not a practitioner. If you cling to samsara, you have no renunciation. If you cling to your own aims, you have no bodhicitta. If there is grasping, it is not the view. This contains... the entire practice of the six transcendences. Their meaning is that if you part from this life, your mind will become the Dharma. If you part from the attachment to samsara, the Dharma will become the path. If you part from your own aims, the path will dispel confusion.
If you part from grasping to the four extremes, confusion will arise as wisdom. Здесь говорится о том, что необходимо отбросить и что необходимо принять. Это, собственно, связано с тем, что с тем учением, которое и изложено в четырех кампопа. Подобным образом. And so in this way, he's combining the four partings from attachment and the four dharmas of Kampopa. Likewise, есть также традиция по Мухамудре, где говорится, что есть предварительная практика, есть основная практика и завершающая. It says third, the way to practice has three parts: the yoga, the preliminaries, the main practice, and follow through. The first has two parts: the common and special preliminaries. The first has four instructions Здесь on the mind becoming dharma. Здесь мы находим четыре основные предварительные практики, которые очень созвучны с четырьмя дхармами Кампопы. So here he says confusion arising as bodhicitta. So here he teaches the four common preliminaries according to the progression of the four dharmas of Kampopa. Учителя традиции Джунанг, это очень короткий текст. There was a Chonangpa scholar named Tsamin Sunam Sampo. И когда он возносит свои предварительные восхваления, там также звучит «Даруй благословение, дабы мой ум мог следовать Дхарме, даруй благословение, чтобы путь устранил заблуждение, даруй благословение, чтобы заблуждения обратились в мудрость». Таким образом, в вступительной части, произнося молитвы, он уже ссылается на четыре Дхармы Гампопы. And so these are like the main. It makes a supplication that uses the main points of the four dharma. Есть текст Владыки Цанкапы. В этом тексте также говорится: даруй благословение, дабы мой ум мог следовать Дхарме, даруй благословение, чтобы моя практика стала путем и так далее. And so what it says in this is. And visualize above the ground of your head and recite, "Precious Guru, bless me so that my mind becomes the Dharma." Bless me so that the Dharma becomes the path. Bless me to have no obstacles to the Dharma, and so forth. По четырем дхармам Кампопы. And so this is basically very similar to the four dharmas of Kampopa. Likewise, from the hearing lineage of the hermit in the Gelug tradition, there's the Panchen Lobsang Chögyen who wrote. Также есть текст. Wrote a root text on the Mahamudra, the precious god in Kajur tradition. It is entitled The Brightened Lamp, and which says. In particular, the Lord of Yoga Milarepa, the supreme student of unexcelled mantra, meditated upon and taught first loving kindness, compassion, and bodhicitta. The wish for liberation and karma and results. Основной ученик Кампопа, который обеспечил слиянием кандампинской линии и линии Кампопа, он также ссылается на четыре дхармы Кампопа. The explanation of these is the same as the mind training of the Kadampas. So basically, he's teaching the way that the general way that Lord Milarepa and his disciples taught the preliminary, and in particular the four dharmas of Kampopa, fit well with the Kadampa instructions on mind training. В устах очень многих учителей и созерцателей мы находим упоминание о четырех дхармах Кампопы. Я не буду сейчас приводить конкретные примеры, потому что этих примеров огромное количество, я не знаю, какой именно пример необходимо выбрать здесь для того, чтобы привести вам. Конечно, в каждой линии встречается упоминание о четырех дхармах Кампопы. Например, текст «Три основы пути» в Гелуг. На такой текст есть такие тексты в Сакьяпинской традиции и другие. Разумеется, в каждой традиции делается упор на определенных моментах. And so there are many of these, and each of them
for all of us Dhamma practitioners, they have their own particular futures. Учения, and for us Dhamma practitioners, there are instructions that even tens of thousands of ounces of gold couldn't buy. Что нам было бы благая удача. Если же мы будем говорить, что лишь инструкции моей линии являются драгоценными, а не инструкции других линий, если вместо такого широкого взгляда у нас будет привязанность, то тогда мы достигнем своей цели. В этом случае мы будем совершать огромное нарушение в отношении дхармы, потому что мы будем отбрасывать дхарму таким образом. Поэтому чрезвычайно важно для всех нас всегда давать себе хорошее наставление, всегда указывать себе, что очень важно не отбрасывать дхарму, не забывать дхарму, но поступать так, чтобы дхарма становилась дхармой. Мы должны всегда напоминать себе о том, что очень важно никогда не практиковать кармическую практику, как даже и собственной линии, так и других линий. И, конечно, четыре дхармы Гампопы — это очень важное учение. В этом случае все согласны с этим. Очень часто приходится слышать, а где собственно, текст? Принесите мне текст, которым обозначены эти четыре дхармы Гампопы. So now, bring me the text. Where's the text that Gampopa wrote, the four dharmas of Gampopa? Bring me that text. And if you say that, so it's a... If you say, wait, so first, it's like that for the compass, recitation of the Dharma became first. И, конечно, недостаточно просто устно это перечислить, там необходим текст для того, чтобы люди могли следовать тому, что содержится в этом тексте. И если вы задаете вопрос, а где же, собственно, текст, то, конечно, нужно поискать эти тексты. И куда же нам заглянуть? Прежде всего, нам нужно заглянуть в полное собрание сочинений Гампопа. And so where do we begin looking at it? We need to look in the collected works of Gampopa. Первое издание. And so now, полного собрания сочинений Гампопы. По-прежнему существует. The first thing in the first printed edition of the collected works of Gampopa that is still extant. Оно включает 40 учений из полного собрания сочинений Гампопы. Это было первое собрание сочинений Гампопы, которое было опубликовано. А затем возникли другие издания. Но все равно отправной точкой или первоначальным изданием было именно это. Есть еще и другие книги, которые... And most of the later editions used this as the as their primary source. Не все учения Гампопы, но определенные. There is also a collection of shorter трехтомные издания трудов Гампопы. Есть также двухтомное издание трудов Гампопы. Later, Derge Parkon, the Derge Press, they printed. И также существует текст, который называется «Линия слушания чистейшего Гампопы». There is also a text that is the title of a text called «The Hearing Lineage of Peerless Gampopa», and that's not included in any of those. And it's qualifying, it's taken by Dakpo Nyigong on instructions of the wish-fulfilling jewel, the hearing lineage of Chakrasambhara is taught by Milarepa. Later, he resolved the doubts, corrected them in the presence of Chetsun Rechungpa. So, Dapo Nigong is another name. Есть также медицинский текст, который называется «Сокровищница». So, this is a text on the hearing lineage. And there is also, as I mentioned the other day, there is a medical text entitled «Treasury of Beneficial Knowledge, the Stainless Swords of Dapo Vajje». And so, Есть также труды Гампопы, которые представляют собой манускрипт. And there's also a handwritten manuscript collected works of Gampopa that I saw today. Гампопа.
There is a section of biography of him written by Joachim Sampa. И все эти тексты нам совершенно необходимо изучить, как, если мы хотим изучить четыре дхармы Гампопа. So whether now this is we need to examine whether these are the same as the texts we have by манускрипты, которые написаны вручную, которые были напечатаны. It would be good to compare the printed editions of Gampo's works and the handwritten manuscripts. Были напечатаны. Буквально вчера вечером я знакомился с биографией Гампопа, которая была написана, но не была напечатана. Это такой текст, который мы никогда прежде не видели. Мы знаем, что есть молитва воззвания Гампопе, но никто написан Кинсампой, но мы никогда не слышали о том, что есть также биография Гампопа, которая также принадлежит его перу. Поэтому текстов таким образом существует огромное количество. No one's ever heard that there is a life of Milarepa written by Chung Sampa. So, and there are хотя many мы не можем встретиться с Гампопой лично, тем не менее, он оставил после себя наследие. И even though Gampopa is not here in person, we can't hear in person, and we can't actually hear his sense. Поэтому нам нужно уделять большое внимание этим текстам и считать их очень важными. Когда перед нами статуя, которая может говорить, мы считаем, что это очень священная статуя, и мы уделяем огромное значение такой статуе. Но перед нами есть слова, которые находятся в текстах. Мы просто оборачиваем материю и откладываем в сторону, и мы не уделяем большого внимания этим текстам. Мы откладываем их куда-то в пыльное место, и так они и лежат, сложенные стопочкой. Мы, конечно, не выбрасываем их в мусорную корзину, но то, как мы с ними обращаемся, во многом сродни тому, как если бы мы бросили их в мусорную корзину. Now, if they're Dharma texts, we would never think about throwing them in the rubbish. В одной из работ сказано, очень внимательно читайте труды Гампопы, потому что это настоящая драгоценность. So this is it says said by Shakotsundrel in his works that says. Read well the two-volume collected works of Gampopa, the crown jewel of all the Kagyus. Эти слова как юпинских наставников прошлого, они весьма драгоценны. Are more wondrous and greater in blessings than other words and termas. The Kagyu masters of the past all received city through these profound teachings. Труды Гампопы, и тогда реализации придут в самом начале. Я цитирую, как раз и приведены такие строфы. Поэтому чрезвычайно важно для всех нас читать собрание сочинений Гампопы. Теперь мы подойдем к обсуждению главной нашей темы. It's extremely important for us to read the collected works, as this said. Собрание сочинений Гампопа. So now we come to the main topic, the four Гампопас within the несколько учений, которые касаются этой темы, четыре дхармы Гампопа. Я касался этого вопроса в первый день наших учений. In the collected works of Гампопа, there are several teachings that elaborate on the four dharmas. Но есть три основных текста, в которых описывается исключительно четыре дхармы. Есть, например, текст «Драгоценная гирлянда высшего пути», трех типов личности, коренной текст четырех дхарм Дакпухабью. Есть текст без названия, есть текст четыре дхармы Гампопа. And one with no title that begins Namo Guru, the Dharma must become the Dharma. So there are these three texts. And among these three, Гампопа говорил, что оставляя свое завещание, что в будущем, если люди не встретятся со мной, то они должны читать драгоценную гирлянду высшего пути трех типов личности, и это будет все равно, что они встретятся со мной напрямую.
Нам нужно понять для себя, о какой именно драгоценной гирлянде говорил Кампопа в своем завещании. И на этот вопрос можно ответить по-разному. У нас есть три текста собрания чтения Гампопы, которые называются «Драгоценная гирлянда». Это, во-первых, текст из 11,5 строк. Следующий текст, который так носит схожее название. In 11.5 stanzas. The second is the string of jewels, the sublime path, which gives advice organized in sets of 10 sets of. And the third is. Это глубинные инструкции, которые представляют собой указание на природу ума. Это текст, который написан в прозе. Итак, у нас три текста, два из них написаны в стихах, один написан в прозе. Из этих трех первый содержит 11,5 строф. Рупакагью. Говорят, что драгоценная гирлянда высшего пути. The first one, the one in 13 and 11 and a half stanzas. The string of jewels is the supreme path that they say is the one of the two that Kampopa mentioned is this text, the string of jewels is the supreme path. В одном из текстов говорится, когда Атиша прибыл в Тибет, он написал текст «Светочного пути пробуждения». There is this text that he wrote, and what it says in this text. И это основа. When Atisha comes to Tibet, at the request of Fajanchur, he wrote the lamp for the path of enlightenment. Этот текст краткий, но в дальнейшем были написаны тексты, которые подробно обсуждали эти темы. In that, the stages of the path, the first two are taught briefly, and the latter two are explained in detail. And so this, there are many of these texts who assert that it teaches the stages of Mahayana path and the path of the three individuals, but this is laughable. It only teaches the last stage of the path in detail. Thus the king of Dharma, Chandra Prabhakumara, wrote the ornament of precious realization and the string of jewels of the supreme path, both of which teach all three of these stages in depth. The long explanations are probably taken from his Dharma talks. And so this really identifies it very clearly as being that stages of the path of supreme jewels. Это текст, который там, это текст, который состоит из 10 частей. The second one is the Ganapa's advice, a string of jewels is a supreme path, the one that is organized in sets of 10 bits of advice. There's the 10 necessary dharmas and the what else is there? And refixing mistakes, the 10 unfixing mistakes and so forth. So they're the 10. Now, of course, some of them have 18 and some have more than 10, but most of them are in sets of 10, right? And if we look at the colophon of that text, and if also look at the way that it's placed in the cog, in the complex of works, and we look at all of those, we'd say that this string of jewels of the supreme path, we think that it must be this text. Многие кьюпинцы скажут вам, что именно этот второй текст и является тем основным текстом, на который указывал Гампопа, называя его своим основным наследием. Есть текст Кадампинского Гишечи Гомпы. Another thing that we need to consider, though, is that there's a text by the Kadampa Gishichi Gompa, который очень похож на текст «Драгоценная гирлянда высшего пути». Я, конечно, не скажу, что они совершенно одинаковые, но 50% они совпадают. Как же это так возможно? Это еще один момент, который необходимо исследовать, который необходимо изучить. Probably 50 or 60% of them are exactly the same. So how is that? So this is another thing we need to research. Итак, у нас также есть третий текст, который также называется «Драгоценная гирлянда высшего пути». Мне кажется, никто его не идентифицирует как основной текст.
But there's no one who identifies it probably as the text of the Supreme Chosen. So in brief, between the ornament of confessions, religious, and the string of chosen, the Supreme Path, would be... А понять для себя, какой же текст является основным, то это хорошо, но пока этого не произошло, мы все расходимся во мнении, какой же текст основной, это, в общем, вызывает определение. Сомнение. And a bit shameful. And if you talk about Kuchin Pengwaras, I think there's the string of jewels in verse. He says this is the root text of the four dharmas. У нас есть этот текст «Драгоценные гирлянды высшего пути», который написан в стихах. Within that string of jewels and verse, it only says. Четыре кармы там описывается с точки зрения воззрения, поведения, однако очень четко, там очень трудно починить эти четыре дхармы. But it does not clearly identify each of the four dharmas. However, Jay Gomsul's commentary on that says. Четыре дхармы излагаются с точки зрения воззрения, медитации. This is divided into four: the dharma becoming dharma, the dharma becoming the path is spun in confusion, and confusion arising as wisdom. Each of them is taught in terms of чтобы ум следовал дхарме, практика дхармы стала путем, путь устранил заблуждение, заблуждения обратились в мудрость. And so this clearly identifies each of the four dharmas. And also the two. Итак, у нас есть два основных текста, которые, написан в прозе, и один из них написан в стихах. Now, when we are identifying the four karmas, there are different ways that they are formulated, as I mentioned the other day. Есть разные комментарии к этим текстам, и есть расхождение в том, как объясняется и вообще как излагается первая строчка. Даруй благословение, дабы мой ум мог следовать. И кармы. The latter was probably changed at a later date, I think, it seems to me. But up until now, I've not yet первая строчка, она претерпела изменения, но я не смог найти для себя объяснение, в какой момент в истории эта строчка стала звучать по-другому. Дарджи wrote in his direct experiential instructions the words of Lord Gampopa, instructions on the four Gampopas of Peerless Gampopa. Here it says, the Peerless Gampopa Chandrapaba Kumbhara wrote in the stages of the path of the three individuals in the practice of unified Mahamudra condensed into one, that the four dharmas are the mind becoming dharma, the dharma becoming path, the path dispelling confusion, and confusion arising as four. These four. Here, in a different formulation, it says, the dharma becoming the dharma, the dharma becoming the path, the path dispelling confusion, and confusion arising as wisdom. However, in meaning, there is no difference. But according to Dharmapada Deshinshapa's text, the form that is related to the four thoughts that turn the mind is that in the tradition of the pith instructions. So if we look at the way that this is written, if we extrapolate from how he says it, it seems that it must have changed in the time of Deshinshapa. I've also seen Mahamudra instructions by Deshin Shekpa's direct disciple, Mase Tokten, Trung Mase Tokpen, who is the founder of the Surman Kaju. And what it says in these instructions is, in the concise or detailed pithic instructions of Kaju, whichever they are, the main body must be the four dharmas of glorious Gampopa. The four dharmas of the mind becoming dharma, the dharma becoming the path, and the path is spawning confusion, confusion arising as wisdom. And so, as it says that, so it's like it probably has changed by that time, or how have it happened?
But in any case, there, in that text, But another disciple of he's the one who wrote the Blue Annals, the historical text, the Blue Annals. And here he... Существует комментарий к Уттара-тантре. Скорее всего, самый продолжительный, самый длинный комментарий к Уттара-тантре, который существовал в Тибете. And here, in describing in the passage on refuge in that commentary, также уделяется внимание четырем дхармам Кампопы. Там говорится о том, что даруй благословение дабы дхарма стала дхармой, чтобы практика дхармы стала путем, чтобы заблуждение. The path dispelling confusion is for the greater individual. Confusion arising as wisdom is for the greater than great. And so he takes the formulation that's given by Gampopa and presents it that same formulation. So if you have this two lamas in the same century, and one of it says, it seems to have changed, and another it seems hasn't changed. So there are these two different. So perhaps. One might be the was a student of Shamar. He was also the most important teacher of Shamachira Yeshe. And in his liberation story, when I saw that I read yesterday, he was kind of kidding with his students. He was just talking with his students. But it's not quite like it's needling. It's like he was saying he's kind of. But he's up and says, he said, with my own eyes, I saw Chijia Dejin Shekpa, I saw the Chetong Kapa, and they're not like you. I've met Chijia Dejin Shekpa, I've met Song Kapa, they're not the same as you. It's like he's needling the students. He's kind of pretending to be bigger. So Gulotama had many students, but among them, and Dejin Shekpa was the one who received the Bodhisattva vow, and Jetsongkhapa was the person from whom he received many tantric teachings, including the six yogas, and so he considered them very important. So in brief, the main point is. Так, если говорить коротко, существуют разные версии формулировок четырех карм Гампопы. Возможно, по своему существу, по своей сути, они не слишком отличаются друг от друга. Но, тем не менее, формулировки разнятся, и понимаются эти формулировки иногда по-разному. Например, вот эти два основных различия, мог ли быть дхарма, или дабы дхарма стала дхармой. Когда мы говорим, даруй благословение, дабы мой ум мог следовать дхарме, то мы устремляем свой ум к дхарме. А если мы говорим «даруй благословение, дабы дхарма стала дхармой», это означает, что мы должны должны избегать искаженной дхармы. Когда мы говорим «пусть дхарма станет дхармой», это не означает то же самое, что сделать так, чтобы мой ум мог следовать дхарме. Люди могут здесь задаться вопросом и могут начать критиковать эту формулировку «даруй благословение, дабы мой ум». Формулировка «даруй благословение, дабы мой ум мог следовать дхарме», она кажется более понятной. Мне кажется, что есть люди, которые критиковали четыре дхармы. И, может быть, это изменилось позже для этого.
And so how do we know that this must have happened? There is a... In the words of Drukpa Kunlak, there's a story of Drukpa Kunlak. Иногда люди критикуют Четыре Дхармы Гампопы. Many people criticize the four. Именно по этой причине, что они не получают правильное их объяснение. And when in his comments, he describes it all in connection with the именно altar, потому что некоторые критикуют Четыре Дхармы Гампопы, необходимо дать правильное объяснение Четырем Дхармам Гампопы. Я не буду приводить сейчас цитаты из этого текста, но там содержится очень глубокое объяснение на предмет того, что такое Четыре Дхармы Гампопы. Итак, мы немножечко поговорили с вами о источниках Четырех Дхармы Гампопы, а также о формулировках Четырех Дхармы Гампопы. Начиная с завтрашнего дня, я хочу действительно объяснить вам, что такое дары благословения, дабы мой ум следовал Дхарме, чтобы практика Дхармы стала путем, чтобы путь устранил заблуждение. Но сейчас осталось много времени, но я думаю, что будет, может быть, будет лучше, если мы сможем отдохнуть. Потому что если слишком большие усилия прилагать, иногда это тоже не приводит к необходимым результатам, поэтому я предлагаю на этом поставить точку. И я прочитаю завершающие молитвы в конце этой сессии. И теперь мы прочитаем молитвы в конце этой сессии. Благодаря этой заслуге все живые существа достигнут состояния всеведения и победят врага ошибки и заблуждения. Пусть все они будут вызволены из бушующих волн рождения, старости, болезней и смерти этого океана сансары. Учение Будды — основа, из которой возникает все великолепие. Все великолепие, как сансары, так и умиротворение нирваны. Да пребудет оно долго. Пусть все святые, хранящие это учение, будут украшены процветанием. Пусть их стопы прочно пребудут в этом мире. Hola, son.